В Тюрихинском районе не первый год развивают тепличное хозяйство. Только в селе Айти и Ваксуатского сельского округа набирают обороты 3 теплицы. В одной из них побывал наш корреспондент. Для развития тепличного дела ИП Купешев получила земельный участок. И вот уже четвертый год на своих грядках предприниматель выращивает огурцы, помидоры, лук, салатный лист и другое. На открытом грунте растет картофель, капуста, в том числе пекинская, морковь, свекла. На этих квадратах высажены огурцы сорта «Северин». Через 10-15 дней рабочие ждут первый в этом году урожай. Вот сейчас у нас, вы видели, в первой теплице мы высаживаем лук на перо, пекинская капуста. Основной проблемой, которая это повышенные цены на удобрения. Это самое главное. Подкормка огурцов, помидоры – это основная задача. Потому что без подкормки мы урожай не получим. На данный момент теплицы заняты 6 сельчан. Спрос на свежую натуральную продукцию хороший. Бизнесмен обеспечивает внутренний рынок по приемлемым ценам. Кроме этого, индивидуального предпринимателя еще двое открыли теплицы и трудоустроили своих односельчан. В целом, по Аксуатскому сельскому округу функционируют 11 крестьянских хозяйств, 5 ТО, 12 ИП. Жалплама. Уровень безработицы у нас сокращается. На сегодня 33 безработных граждан состоят на учете в службе занятости. Остальные задействованы на частных бизнес-объектах и в бюджетных организациях. Есть планы по развитию бизнеса и на текущий год. Таким образом, сельчане намерены повышать собственное благосостояние и реализовать свои инициативы на благо села. Алмагуль Джимписова, Талгат Муратбаев, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжайык.